Россети «Северо-Запад» инвестируют почти 2 миллиарда рублей в электросетевую инфраструктуру Республики Коми в 2023 году. Об этом стало известно в ходе встречи главы Коми Владимира Уйба и генерального директора Россети «Северо-Запад» Артема Пидника. На выделенные средства планируют отремонтировать около 190 километров линий электропередачи, трансформаторные подстанции, расчистить 1500 километров гектаров просек ЛЭП. Сетевая компания обеспечит мощность для 52 медучреждений региона, в том числе 34 фельдшерско-акушерских пунктов. Уже обеспечили 4 ФАПа и инвестиционную больницу в Иркуте. Подключим к электросетям новый корпус детской республиканской клинической больницы. Знаем, что это первое в регионе открывается стационарное отделение паллиативной помощи. Также обеспечим мощность для новых корпусов районных больниц в селах Усть-Цильма и Визинга. Артем Пидник отметил, инвестиционную и ремонтную программу компания выполнит в надлежащем качестве и в необходимые сроки. Дальнейшее сотрудничество по реализации инвестиционных проектов на территории республики позволит создать условия развития энергосбережения, повысит энергоэффективность потребления, ну и будет способствовать социально-экономическому развитию Республики Коми.